Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и продолжаем играть в игру про зомбачков. Сейчас дойдем сразу быстренько в домик, заберем наши патроны. Также мы заберем сейчас бинты, которые нам готовились всю ночь. Посмотрим, что у Аса есть к нам. Ага, выполнять нужно будет миссии. Давай сразу возьму сейчас деньги. Бензин не буду брать, в принципе. И идем, значит, садовая трава у нас, день ракет, тяжелая работа, день снайпера, поиск боеприпасов. Давай поиск боеприпасов нужно поискать. Случайная встреча свора зомби-собак встретится. Сейчас посмотрим. Где? А, вот бегут, смотри. О, много-много собачек, смотри, песков. Да, действительно. Свора собак, смотри. Бросаем гранатку. Есть. Да, не очень интересное задание. Нафиг я сюда пошел? Гранатка, патрончики улучшенные. Иди нафиг. Да, свора собак, ничего интересного нет. Сейчас поищем, может быть, здесь что-нибудь есть интересное. Свора собак. Может быть, что-нибудь. Нет, ничего интересного нет. Что они мне дали? Вроде бы как гранаты. И все, да? С патронами. Ну что ж, ладно, идем дальше. Зомбачье. Ну, здесь, в принципе, немного их. Что ж, сейчас пойдем посмотрим. А здесь пройти нельзя. Отдыхай. Откройте дверь контейнера. Найдите сварочный аппарат. Готово. Сварочный аппарат. Где он? В доме у нас. И здесь стопудово куча зомбаков будет. Да, куча. Найдите ключ от шкафчика. Все, готово. А вы, ребята, что стоите? Особого приглашения ждете? Готово. Поднимаемся наверх в поисках ключа. Вот ключ. Есть, взяли. Теперь нам нужно открыть контейнер внизу. А, нет. Ящичек. Берем сварочный аппарат. Ой-ой-ой-ой-ой. Готово. Так, подожди, друг. Отлетают они нормально.
В какую сторону? В эту сторону бежим. И тут еще тоже зомбаки. Перезарядка. Отлично. 659 патронов у меня. Не сильно и много. Но, в принципе, нормально. Поехали. Сейчас мы откроем. Здесь, наверное, зомбаки тоже будут сидеть. Нет? А, нет. Что здесь интересное? Ракеты? А, все, да? Загрузите запас оружия. Ну все, загружаем. А куда? Сюда, что ли? В этот автомобильчик? Давай, грузим. Нифига себе, как высоко. Миссия завершена. Поиск боеприпасов. Отлично. Тут у меня ничего интересного не было. Я тут не смотрел. В домике ничего нету. А здесь? Здесь нельзя залезть сюда. Ну и здесь по периметру тоже ничего интересного нету. А, смотри, у нас здесь открыт проход. О, сейфок, хорошо. Сейчас будем открывать его. Ух ты, блин. Да ё-моё. Быстро двигается. Монеты, гранатка, патрончики, хорошо. А здесь что интересного здесь есть? Нет ничего интересного здесь. Только зомбаки ходят. Ага. Вот у нас зомбачки. Но здесь нету ничего интересного, я смотрю. Да, и здесь все закрыто. Да, висят замки. Открыть мы их без ключа не сможем. В самолете. В самолете ничего нету. В кабине тоже. О, зомбачье. Ну, устроим им фейерверк. А, тут два сейфа. Нет. Почему-то мне показалось, что два сейфа. Есть. Ну, сейчас быстренько устроим фейерверк ребятам. И поедем домой. Все, и они мне ничего не подарили мне ничего. Так, в аэропорту мы сделаем сейчас сразу день снайпера, чтобы не отходить никуда далеко. Тем более мы здесь поиграем. Сейчас будем ждать, где зомбаки. Вот идут. И вот здесь идут. К сожалению, ближе я приблизить не могу. Вот, отлично. Все, готово. Сейчас ждем еще бригаду. Вот идет бригада, хорошо. О, сколько вас много, а, ребята. Да ё-моё, попасть не могу тебя. Так, полицейские. Все, готово. Вот зомбаки идут. Все, мы их подзорвали. Ждем следующих. Да ё-моё!
О, сколько вас тут? Все, готово. Все, миссия завершена, отлично. Все, вернуться в город. Карьер. Помешать доставке. Ладно, пока с карьером повременим. Едем в центр. Сделали задание, мы идем в кассу, получаем деньги. Немножко, ну хотя бы столько. Берем 5 снайперов, все, спасибо. Что же, отправляемся к мэру. Здорово, мэр, как у тебя житушки? Здорово, чувак. Все у тебя нормально, да? Нормально? Все, выполнила, готова, проще пареной репы. Отлично, получила деньги. А наконец-то, пока ты был в аэропорту, у нас произошел бой с бандитами. Они захватили часть города, возьми мою машину и вышвырни их оттуда. Да без проблем, изгнание бандитов. Спасибо, выполним. Мне нужно будет еще сходить к торговцу. И что-нибудь... А, вот да, у нас есть вот эта канитель, кусок кожи. Продаем ему и смотрим, что у него продается интересного. Ага, Библия, умение, разговор, плюс 5. Ну давай, а зачем мне разговор, а? Сейчас я посмотрю умение разговора. Сколько у меня там умения? Умение же, да, правильно? Разговор. У вас появляется вариант разрулить некоторые ситуации посредством диалога. Некоторые дополнительные варианты в диалогах требуют определенного знания значения этого умения. А, 37. Помнишь это, девчонка Руби? Она говорит, что нужно на 35 уровне разговора. Отлично, 35 уровень. В принципе, сейчас мы купим эту Библию и улучшим. 2500 стоит. Купить. А, за 2200 он мне ее продаст. Хорошо. Умение разговора плюс 5. Да, и берем, где у меня книжка эта. Угу. Использовать плюс 5. Плюс 7 разговора. Отлично. Сейчас зайдем быстренько в умение. Посмотрим, сколько у меня сейчас. Разговор 44. А сколько ей нужно Руби? У меня уже 44. А, на 35 уровне откроется? В смысле? А зачем я тогда это покупал? Эндрю? Так, у Эндрю мы еще пока ничего не сделали. Ладно, дорогие друзья, на сегодня будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.